Приветствую вас. Если говорить о непосредственном вашем вопросе, то я бы сказал, что вы боитесь жить, боитесь вот именно жизни. Вот. И дальше в вашем тексте чувствуется, что вам как будто бы нужно разрешение. Вот, как будто бы вам нужно разрешение именно вот на то, чтобы делать так, как вы хотите. Вот, то есть сами вы себе, как говорите, запрещаете. На самом деле, любовь действительно может встретиться, может нет. Про семью вы говорите как о чем-то должном, как о желании снять с себя ответственность, скорее всего, ну, по крайней мере, так это выглядит, то, как вы это говорите. Вот. И я думаю, что если говорить о том, что вы перепутали, то перепутали вы «хочу» и «должна». То есть вы путаете то, что вам хочется, и то, что вы должны. Вы путаете эти вещи. На мой взгляд, довольно сильно путать эти вещи, вы. И если вы делаете так, как хотите, вот, вам кажется, что вы делаете что-то неправильно. Это неправильно, если вы боитесь. Но, по большому счету, вы от нее вот настолько бежите, что даже не совсем, вероятно, отдаете себе отчет, а чего же в ней, в этой неправильности вы боитесь? Что в ней такого страшного, в этой неправильности для вас? Ведь что произойдет? И вот невозможность опереться на ваши собственные желания связана с отсутствием такого опыта. Опыта, когда вы не текстом, а эмоционально признаете, что такие желания у вас есть. Вот. А вы не случайно боитесь отношений, вы не случайно боитесь сближения, потому что в этом сближении, опять же, вы не совсем знаете, как вот, как быть, как. Правильно, может быть, вы не совсем в этой близости отношений привыкли чувствовать себя, вот, и связано это, вероятно, с тем, что у вас, ну, довольно жесткие были отношения с родителями, то есть, как правило, подобно поведение вызывается именно пребыванием с авторитарными родителями, которые устанавливали свои жесткие правила, которые вас контролировали, которые брали ответственность на себя за вашу жизнь. И так вы и боитесь сейчас этой ответственности, а то, что делаете вы, это больше похоже на некий такой протест, бунт. И то, что вы делаете, в том числе уделяете внимание своим потребностям, это как будто бы происходит из бунта. Вот. На самом деле вы ничего не перепутали в том, что вы говорите. Путаница есть только в требованиях, то есть
Если вам хочется одного, вы что-то делаете для одного. Если вам хочется чего-то другого, вы делаете что-то для другого. Ведь любовь – это не такая история, что я встречу какого-то идеального человека, да, или человека, которого я полюблю, и все, у нас не будет все хорошо, нет. А любовь, она возникает из желания что-то делать для другого. Любовь, она возникает из такой потребности что-то делать для другого. И эта потребность возникает в первую очередь из внутренней свободы. Если у человека внутренняя свобода такая есть, то и любить он может. А если у человека такой внутренней свободы нет, а у вас, как вот, мне кажется, у вас нет, вот, то, соответственно, и любить вам сложно. Как любить, если я не свободен? Как любить, если я чувствую себя постоянно зажатой, может быть, в тисках, каких-то обязательств, в тисках правильности, в тисках обязанности, в тисках морали. Вот, мораль — это вообще такая штука, когда человеку она не соответствует, мораль, то ничего хорошего из следования ей нет. Вот, ну кроме того, что здесь много лицемерия, здесь много какого-то самообмана, может быть, здесь много таких иллюзий, здесь много напряжения, много страхов, вот. И в итоге в этом нет какой-то искренности, какой-то жизни. Можно сколько угодно говорить о понятиях. На самом деле, если мы с вами, даже если мы с вами в эти понятия уйдем, то по большому счету мы тоже в них запутаемся, потому что понятия у каждого свои. Вот, если человек, например, рос в семье такой, знаете, ну, например, религиозный, да, допустим, если человек рос в религиозной семье, то у него будут одни понятия, если человек рос в другой семье, у него будут логично другие понятия, но на мой взгляд, крайне важно, чтобы эти другие понятия не заменяли то, что человек хочет. А у вас, судя по всему, происходит именно вот что-то такое похожее, когда происходит подмена. Вот. И вы пытаетесь даже сейчас, не знаю, замечаете или нет, но даже сейчас вы пытаетесь опереться на эти понятия, вот, чтобы не брать ответственность, чтобы не выбирать, грубо говоря, чтобы не выбирать. А выбирать страшно, потому что когда есть выбор, есть возможно совершить ошибку, есть возможность столкнуться с этой ошибкой, как мне кажется, и есть возможность признать, что таким образом, что вы не совершенны. И поскольку родители у вас, вероятно, были требовательны к вам, авторитарны, то вот это вот несовершенство вы себе отрицаете. Но оно есть. Как бы вы хотели, не хотели, оно есть. И ошибаться вы будете. И очень важно, очень важно даже не сколько сама ошибка, сколько
хорошем смысле этого слова, проживание этих ошибок. Проживание опыта этих ошибок. Проживание того, что, например, вам хочется в этих ошибках, а чего нет. Вот. Знаете? А вы как будто бы этого избегаете. Избегаете вы этого очень сырьё. Вот. И, соответственно, в итоге ничего хорошего из этого не получается. Это только какая-то вот постоянная тревога. Остается постоянный страх и так далее. Вот. Вы пишете, не могу отличить любовь и секс, ну потому что это вообще-то разные вещи. Но особенность в том, что секс без любви может быть, а вот любовь без секса, ну практически не бывает, за исключением каких-то особенных специфических случаев. То есть чаще всего любовь как бы включает в себя секс. А вот секс, любовь к себе может не включаться. И несложно догадаться, что тут возникают, ну, такие, как скажем, некоторые пересечения, да? То есть, ну, в какой-то момент секс может пересекаться с любовью, а в какой-то момент любовь может действительно пересекаться с сексом. Вот. И не совсем корректно даже было бы сказать, что секс и любовь — это части целого. Потому что вообще-то это, ну, самостоятельно. Абсолютно самостоятельная история. Дальше вы пишете, я очень странный человек. Ну, на самом деле, вот это тоже здесь выдает то, что вы не сколько странная, сколько требовательна к себе. Вот. То есть, когда вы говорите, что я странная, вы говорите о том, что я к себе требовательна. Вообще-то. И это, наверное, ну, такой ключевой момент, что именно требовательность к себе выставляет вас странным. Не наоборот, прошу заметить. Не наоборот. Именно требовательность к себе выставляет вас странным. Я странная, потому что я не соответствую там каким-то моделям. Дальше. Недавно начала жить интимной жизнью, моим первым стал друг. То есть это не отношения, скорее общение, свободные отношения, президент редко, пару раз в месяц для интима. Но это отношения. Это отношения. Здесь вы себе противоречите, это не отношения, но свободные отношения. Свободные отношения — это тоже отношения, просто это наполненные определенным качеством отношений. У меня устраивает, я сама не сильно привязана к отношениям, он сам не предлагал, я не хочу, потому что в моем понимании отношения берут свадьбы дети. Нет, нет. Почему вы так считаете? С ним я этого не вижу, но на общение, опять же, приятно. Ну, все, почему обязательно к свадьбе детям? Это ваша концепция. Дело все в том, что я, получается, вообще никогда не любила. Ну, если вы находитесь в том состоянии, в котором я описывал ранее, то ничего удивительного. Отношений не было даже на уровне общения, пару свиданий с молодыми людьми, я расставался, интимно тоже не было. Это скорее страх. Страх, что, наверное, вас подчинят, страх, что как-то вы будете не свободны.
Ну да, было чувство, что человек не нравится, но я думаю, это был сексуальный интерес, и что в этом нет ничего плохого. А вы как будто бы это обесцениваете. Бывают такие отношения на уровне взглядов с коллегой. Например, мы толком даже не общались, но были взгляды, было такое, что он часто старался быть ближе. Это тоже нормально. Ни общения, отношений не было. Вы имеете в виду с ним или вообще? Но эти взгляды будили в моей душе что-то, что я думал, это влюблённо. А мне кажется, это не столько влюблённое, сколько некоторые ваши потребности, которые находили форму в виде этого человека. С несколькими парнями такие взгляды были, я как бы влюблялась, но дальше не шло. Но опять же, что в этой влюблённости, здесь нужно смотреть, да, что именно вот в этой влюблённости, как вы эту влюблённость проживали. Пару раз была страсть с мужчинами, они хотели интима, но я хотела, но не допускала. Почему? Я поняла, что мне интересен секс, именно интересен. Я бы сказала, что секс не может быть интересным. Я бы сказала, что человек может хотеть и хотеть секса, например, в силу своего темперамента, в силу своих потребностей, а может хотеть секса как способ снять тревогу. Это нельзя исключать подобное. Вот, очень важно, чтобы вы на это обратили свое внимание, что не всегда влечение сексуальное – это про желание секса. Нужно смотреть на контекст, нужно смотреть на мысли, нужно смотреть на состояние. Более того, сексуальное желание не всегда связано даже с этими вещами. Это может быть способ быть ближе к тому, например, что хочется вам. Это может быть способ быть ближе к тому, например, что вам важно. Например, если вы испытываете сексуальное влечение к определенному типу мужчин, вот, несмотря на то, что вы говорите, что у вас есть цель попробовать с разными, но это скорее выглядит как какое-то требование к себе. Мало чем, на мой взгляд, отличающаяся от тех требований, которые вы озвучивали ранее. То есть, когда вы, условно говоря, требуете от себя, если раньше вы, например, по какой-то причине требовали от себя быть закрытой для секса, для интима, то сейчас вы как будто бы требуете от себя, напротив, быть открытой. Вот. Это две стороны одной медали, к сожалению. И две стороны одной медали здесь связаны с определенными требованиями к себе. Но свободны ли в этом вы? На мой взгляд, большой вопрос. Лично я думаю, что нет. Лично я думаю, что вы не свободны. Лично я думаю, что как вы были не свободны тогда, так и сейчас вы тоже не свободны. Вот. Просто эта несвобода приобрела немножечко другой формат, скорее. Эта несвобода, теперь она выглядит вот так, что вы требуете от себя, заставляете себя быть и быть такой, более активной,
длительном смысле. А ведь одно дело, если у вас есть соответствующее желание и потребность, и совсем другое, если соответствующего желания и потребности у вас нет. Дальше. Так, свободных отношений не посещают мысли, что я хочу секса с другим мужчиной. Опять же, что здесь? Непосредственно сексуальное желание, новый опыт, потребность или что-то другое. Мне интересно получить опыт с разными мужчинами, предположим, молодой, взрослый, сексуальный, богатый. Это больше похоже на то, что вы хотите поставить себе галочку, то есть компенсация. Опять я себе запрещаю, вдруг потом, когда появится тот самый, я буду прожжённый, искушённый, не смогу быть с ним. Это больше напоминает концепцию, потому что вам он еще не встретился, этот мужчина. А что вы к нему будете чувствовать, например, вы не знаете. И не можете знать, пока, собственно, отношения с ним у вас не начнется. А вы уже об этом думаете. То есть это вот как раз-таки страх не оправдать чьи-то ожидания, чьи-то надежды у вас, как мне кажется. Вот, это больше про это. Дальше. Подруги все имеют секс по любви. Интересно. Интересно, во-первых, откуда вы это знаете, откуда вы знаете, что у них секс по любви? Если человек вам это говорит, это не значит, что это так. Вот. Это во-первых. Во-вторых, какая разница? Даже если это так, какая разница? Дальше, то есть почему вас это волнует? Но я не знаю, когда я встречу, каким он должен быть. Самое главное, как я пойму, что полюбил, ведь я не любил никого. Ну, вы поймете, это совершенно очевидно. Другой момент в том, повторюсь, если у вас ресурс для того, чтобы любить. На мой взгляд, этого ресурса у вас, мягко говоря, немного. Потому что если вы требуете от себя, а это похоже именно на то, что вы от себя требуете какой-то идеальной любви. Если вы требуете от себя быть в идеальных отношениях, например, то, ну, ни о какой любви речи здесь, в принципе, идти не может. Потому что это уже неестественно получается. Ну вот, то, о чем вы говорите, то, что вы говорите, то, что вы описываете, это тоже не совсем естественно получается. И, соответственно, ничего удивительного, по крайней мере, я не удивлен тому, что вы никогда не любили. Потому что, ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что для вас это что-то такое очень тяжелое и практически недосягаемое. А если вы в глубине души считаете, что вы недостойны любви, или достойны любви только если, например, что-то сделаете, если будете какой-то, вот, то все это вообще отодвигается, ну, очень-очень-очень далеко. Любит ваш
не ваши качества, точнее, не ваши действия, либо это вас. Дальше, в моем представлении для отношений мужчина должен быть перспективным, обеспеченным, умным, нам должно быть интересным, вместе и приятным. Да, в этом, вот в том, что вы говорите, на мой взгляд, много есть вашей такой, знаете, тревожности, вот, собственной, в том, что вы говорите, в том, как вы это говорите. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. То есть мужчина должен быть какой-то, но что если у вас возникнут чувства к человеку, который будет совсем другим? Вы скажете такому человеку «нет», вы скажете такому человеку «уходи», вы скажете такому человеку «я с тобой не буду», или как? Понимаете? То есть здесь вы говорите опять про тот же запрет. Про те же самые запреты. У вас здесь идет речь. И чем это отличается от того, что вы делали до этого? Нет, ничего плохого в том, чтобы считать, что вы будете там с определенным типом мужчин. Абсолютно ничего плохого в этом нет. Но важно видеть, что вы в это вкладываете. Не вкладываете ли вы в это какого-то обесценивания себя? Не вкладываете ли вы в это какого-то принижения себя, мол, я смогу быть только с таким человеком, я хочу быть таким, например, человеком, потому что мне кажется, что сама я со своей жизнью не справлюсь. Что сама я ее как-то вот вообще-то неправильно живу. Дальше, где найти, где такого найти, да еще и влюбиться? А из чего бы возникало ваше желание его найти и влюбиться? На мой взгляд, это прямо очень интересный момент, интересный вопрос. Ведь вы хотите влюбиться, вы хотите такого человека найти, как будто бы вы хотите чего-то довольно конкретного через этого человека. И весь вопрос, как мне кажется, в том, чего вы хотите здесь. Осознаете ли вы, чего вы хотите здесь? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что вы не остановите это. Дальше. Главное, не понимаю, я понимаю, что сейчас не готова вкладываться в человека душевно. Мне интересно быть привлекательным сексом. Я бы задал бы вам вопрос, что вы в это вкладываете. Вот. То есть я бы спросил вас, какое значение вы в это вкладываете? Вы, например, вкладываться в человека.
потому что практически ощущается физически, как вам это трудно. Как с одной стороны вы идеализируете этот аспект, а с другой стороны, как вы считаете себя недостойны этого. Вот. И вы всегда будете, вероятно, считать себя недостойным этого. Сами. Не позволяя человеку рядом с вами раскрыться, вот, не давая ему, условно говоря, никакого шанса, вот, потому что считаете себя недостойным. Вот. А привлекательность в сексе здесь выглядит как избегание. Дальше, мне страшно, что я останусь такой поверхностной, толкаюсь и останусь одна. Ну, я думаю, что здесь вы говорите про что-то другое, я думаю, что, как это мне парадоксально, может быть, даже двусмысленно прозвучит, но это очень поверхностная позиция. Это не просто, не просто про то, что остаться одной. Это про страх чего-то. Это про страх допустить какую-то позицию. Это про страх признать, что что-то может быть в вашей жизни. Может быть что-то вот как раз такое, чего признать вы боитесь. Дальше. Для свободных отношений я заведомо выбираю бесперспективных. Перспективно не попадается, или я их не выбираю, не хочу в них влюбляться. Ну, здесь вы говорите про страх отношений, опять же, на мой взгляд. Здесь вы говорите про страх близости, здесь вы говорите про страх близких отношений. Вот, я не знаю, замечаете вы это или нет, но говорите по факту. По факту вы про это говорите. Вот. И только вся в том, что он вряд ли это изменится. Я имею в виду само по себе. Вряд ли. Дальше. Я боюсь привязки, я хочу еще пожить для себя, но секс не нужен, я сразу говорю об этом и предупреждаю, да. Как будто бы, ну, некоторая воинственность в этом чувствуется. Вот. А вы боитесь привязки, как мне кажется, не случайно. Вот. Именно привязки боитесь, не случайно. Хотелось бы как-то раскрыть этот момент. Что такое эта привязка? Ну, для вас. Что она, эта привязка, из себя представляет? Для вас, опять же. Мне кажется, это очень важная вещь, с которой вы полубессознательно не сталкиваетесь. Ведь привязка, может быть, это банально, но не возникает сама по себе. Привязка — это ваши желания, привязка — это ваши какие-то потребности, ответственность, за которую вы перекладываете на другого человека. И если так получается, что вы привязываетесь, то это не возникает само собой. Это происходит по причине
вашего участия в этом. Вопрос только в том, что это за участие. Вот. Какое это участие? Какое участие вы принимаете? Вот. Вот. То, что вы принимаете в этом какое-то участие, это факт. Вопрос в том, что это за участие. Пока что для вас, на мой взгляд, это остается загадкой. Вот, но так будет не всегда. С другой стороны, я думаю, может быть, это просто такой этап интереса к сексу, а потом я созрею для отношений. Возможно. Я не знаю, но мне страшно, чего вы боитесь. Я хотел бы, конечно, создать семью ради ребенка. Зачем? Это выглядит как определенная задача. Понимаете? Ну, каким должен быть мужчина, а почему он вообще должен быть каким-то? И влюблюсь, я не знаю, почему вообще должны влюбиться. В итоге я и секс запрещаю, отношения не строю. Перепутала, где любовь, где секс, где отношения. А чем могут быть, говорит, такие проблемы, как у меня, подскажите, пожалуйста. А что вам это даст? Если, если вот сейчас мы вам скажем, о чем это может говорить, что вам это даст? Ну вот, серьезно, вот что вам это может дать? Я не очень просто вижу целесообразность того, чтобы выяснять то, о чем говорят ваши проблемы. Ведь даже сами проблемы, на секундочку, не так важны. Вот. Важны вы, важно ваше участие. Ну, в этом. А не проблема. Я вообще думаю, что в какой-то степени нет проблем. Так как человек это понимает, я думаю, что есть отношение человека к определенным ситуациям в его жизни. Я думаю, что есть участие человека в том, что с ним происходит. Но нет проблем как чего-то такого отдельного от человека. И если, например, вы могли бы увидеть в том, что вы называете проблемами себя, если бы вы могли увидеть свое участие в этих, ну вот в том, что вы называете проблем, то вполне вероятно, вам было бы проще. Вот. И не было бы такой необходимости понимать, о чем это говорит. Вот. Сейчас такая необходимость есть, но вообще-то она, эта необходимость, совершенно не обязательна. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вы постарались это увидеть, что в этом вопросе вы также, на мой взгляд, избегаете реального проявления своей жизни. Хотите также на что-то опереться. Хотелось бы мне показать, подчеркнуть
бесперспективность подобной позиции и сказать, что энергию на это, энергии можно тратить очень много. И так ничего не получить. А самое главное, что за этим будет прятаться настоящая вы, которая будет окружать себя тем, что она называет проблемами, но которая не будет фактически эмоционально в этом никак участвовать и фактически эмоционально не будет в этом жить, потому что жить страшно. Скорее всего. И, в общем-то, это вот такая весьма тупиковая, получается, модель. Вот, мне бы очень не хотелось, чтобы вы такой модели следовали. Мне бы хотелось все-таки, чтобы вы именно жили. Вот. А для этого необходима работа. Индивидуальная работа, в частности, с вами. Вот. А пока что вы готовы только созерцать какие-то отдельные аспекты, но, на мой взгляд, не готовы к тому, чтобы реально как-то начать участвовать в своей жизни. Вот. И посему предлагайте психологам значит, поучаствовать в таком семантическом диспуте. Вот. Полезность которого для вас под большим вопросом. Я, например, вот больше склоняюсь к тому, что это скорее вредно для вас, чем полезно. Вот, не знаю, согласитесь ли вы. То есть глобально есть ощущение, что ваша интеллектуальная активность прямо пропорционально неким эмоциональным проявлением. Чем больше эмоциональных проявлений у вас, тем больше вы нуждаетесь в интеллектуальном обрамлении того, что с вами происходит. Но это является препятствием для того, чтобы воспринимать свой опыт, а то, что вы переживаете, это в том числе и опыт. Результат которого неизвестен никому. Вот. В итоге этого всего избегаете. Вот. И в итоге не меняетесь, не растете, не развиваетесь. Вы мне напоминаете в некотором смысле такого, знаете, взрослого ребенка, вот гениального ребенка, который, оставаясь ребенком, да, при этом обладает, ну, очень развитым интеллектом. Вот. И, казалось бы, ему интеллект должен помогать в решении его там трудностей, в решении его каких-то проблем. Но по факту это только мешает. Вот и вам по факту мешает, потому что вы постоянно вмешиваетесь в то, что вообще-то говоря происходит само собой. И тем самым вы блокируете в себе то, что называется жизнью. Вот. То, что называется
самостью, то, что называется естественностью, вы все это в себе блокируете и пытаетесь опереться на интеллект, а он ненадежен, потому что всегда можно его оспорить, всегда можно оспорить любой интеллектуальный продукт. Вот. Ключевой момент в том, что его необходимо доказывать, какой бы ни была теория, какой бы ни была точка зрения, всегда нужно доказывать. Но чувства доказывать не нужно. Не всегда понятно, к чему они, эти чувства, могут привести. Не всегда понятно, что эти чувства означают, но они есть. Они есть в вас. И это, на мой взгляд, наверное, самое главное. Вот. Вы этих чувств боитесь, потому что за них ответственны только вы. Вот. Пытаясь опереться на других людей, на какие-то концепции, даже на идею семьи и брака, вы замещаете как бы одно другим. Вы постоянно замещаете себя чем-то из внешнего мира. И в итоге находитесь в постоянном напряжении. Ну, по-другому и невозможно. По-другому нельзя. По-другому не получается. Не бывает. Поэтому история здесь в какой-то степени, с моей точки зрения, выглядит так. Я бы предложил бы психотерапию вам, вот. Но я помню ваш вопрос, вы его уже задавали, вот, вы уже об этом говорили. Вот, вы уже озвучивали то, что вас тревожит. Я помню, похожий вопрос у вас был. Вот, и не откликнулись, по крайней мере, мне на идею о психотерапии и на идею о какой-то такой вот, ну, более-менее регулярной работе, вот, которая могла бы дать вам несколько более конкретный результат. Вот. Менее заметный в контексте может быть глобальным, менее заметный в глобальном контексте, но куда более важный для вас. Вот с точки зрения вашего роста. Как раз таки. Как-то так я вижу свой ответ вам. Надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Я бы сказал, что можно, в принципе, какое угодно количество вопросов задавать, вот, но, как бы, ситуация не изменится, дело не изменится с мертвой точки, пока непосредственно вы не начнете с этим сталкиваться, вот, пока вы не начнете принимать в этом участие. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи